сейчас с тряпкой вот этой красненькой, видите, протру окно, чтобы пыль не разлеталась. Заклеиваю я окна такой катушкой, так она выглядит. Первую я уже заклеил, посмотрите. Осталось вот здесь проклеить. Сейчас проклею. И будет не так дуть, я думаю. Рассказываю, значит, сходил я в магазин, купил лейкопластырь вот такой, чтобы заклеить окна. Потом сходил я еще, купил монтажную пену, самый маленький объем взял, чтобы запенить дырку, которая вон там находится. Еще взял перчатки, чтобы не испачкать руки, когда буду возиться с монтажной пеной. Вот такой мой набор. Сейчас возьму лейкопластырь и проклею вот здесь вот, чтобы отсюда не тянуло. Здесь пластилином кое-где проклеено, а кое-где оно уже все расшаталось. И отсюда тянет холодом. Вот такая вот работенка. Вот я уже здесь клеил. Но этот лейкопластырь закончился. Еще нужно будет пройти. Просто отсюда дует. И у меня ангина не проходит. Вернее, она только пройдет. И опять новая появляется. Сейчас начну вон там запенивать. Для этого мне нужно будет отодвинуть стол, отодвинуть палас. Работы здесь много. Если вы думаете, почему у меня батареи укутаны тряпками, для того, чтобы они не грели воздух в комнате. Они очень сильно греют. И воздух в комнате просто сухой. Сейчас веником прохожу. Сгинаться надо, спина больная. Thank you.
Вроде бы все запенил. А вот что получилось, нужно ждать, пока эта пена засохнет. Если поприжимал. Вот здесь. Кусок, она еще не до конца застыла, лучше поприжимаю. Видите, она еще мягкая такая, не застывшая. Да, назад ее. Теперь здесь хорошо, не дует вообще. Просто огонь. Закончил я ремонт с дыркой рядом с плинтусом. И проклейкой. Так, все готово. Смотрите, что я вам хочу показать. У меня плохое зрение. Я сначала подумал, что это лежит свекла. Это крыса. Жесть. Она еще дышит, вы представляете? Вот так, я думаю, живу вообще. Учитель Сплинтер. Привет, ребята. У нас тут выпал снег. Снега очень много, посмотрите. И сейчас идет снег. В общем, нужно почистить снег. Nimbus 3000. Берем вот так. Я хочу пригласить тебя на свидание. Я хочу пригласить тебя на свидание. Мы бы гуляли с тобой по ушам 8 часов подряд. Еще летом здесь не было лестницы, здесь были ремонтные работы. И вот сделали. Не прошло и 1000 лет. Я правда не знаю, когда они ее сделали. Но они ее сделали, вы не поверите. Как говорится, не прошло и 2 лет. А за 1 год управились. Вот это перенесли, оно было здесь, где-то находилось. Подвинули. Я здесь на велосипеде пробовал съезжать. Довольно-таки экстремально. А я вот где-то вот до сюда доехал и все. Дальше я не поехал. Потому что очень опасно, крутой склон. Мне удивляет, как они сделали эти перила. Почему они из металла не могли сделать? Тем более это все копеечно. Вот эти доски вообще ничего не стоят, их поломают. О, у чуваков кафе появилось. Здесь раньше был забор, сейчас что-то его убрали. Такие вот дела. Иду я вниз. Хочу сходить до моста, он вон там находится. Представляю, как здесь люди живут. Это вообще просто кошмар. Это еще снегом не заметено. Вот это все старое, оно было уже давно здесь. И оно гораздо круче, чем новое. Вот это все корявое положили. Ужасное. Так что раньше было лучше. По Бырику, наверное, за неделю. А год просто сидели, ничего не делали. Деньги списывали. Просто ужасная дорога. Чуть не вернулся. Представляете, людям каждый день нужно туда подниматься. Вот отсюда, снизу. Там еще, кстати, много людей живет. И вот смотрите, вот так людям нужно подниматься туда, в горку, на работу. Это просто ужас, они здесь живут. У кого нет своей машины, тем не повезло. А вот эта улица туда идет. И туда практически в Супонево уходит. Ой, в Супонево. Да, наверное, в Супонево. Не знаю, как точно надо сказать. Супонево, не Супонево. Но не сельцо точно. Это грунтовые воды уходят на поверхность. Я перенастроил камеру. Сейчас должна она лучше снимать. Я немного затупил.
не проверил настройки, но сейчас должно снимать лучше. Посмотрите, что я вам хочу показать. Здесь труба. И мне нужно вон туда попасть. И как думаете, здесь ничего нет. Вот. А хейтеры все перекопали. А возможно, это, кстати, даже не хейтеры, а гномы. Как вы думаете, гномы существуют или нет? Да, капец просто. Чуть не навернулся. Да, что-то голову у меня повело. Что сейчас? Ну, можно водички попить. Какая-то кастрюля. Здесь живут гномы. Свечу фонарем, ничего не видно. Но я думаю, там вон очень много воды. А сюда просто излишки выходят. Смотрите. Вот труба. Хорошо сделано. Так, и мне нужно вот сюда попасть. Но я пойду по этой трубе, потому что здесь нету снега. А здесь снег, можно поскользнуться и упасть. У меня еще такие ботинки классные. На классные ботиночки у меня нету денег. Поэтому вгоняю в чем есть. Здесь раньше очень люди ездили. Очень был популярен этот маршрут. Потому что им не нужно в горку подниматься, кто живет под горкой. Они так гоняли. Это из Фокино прям очень близко им было до дома ехать. А сейчас здесь все перекопали. Им приходится очень сложно добираться до дома. Здесь раньше очень много было воды, прям вот по эти штуки. Все затапливало. И такие ледяные наросты. Лед сталкивался. Посмотрите, как снег валит. Там вон рыбаки находятся, там, вон там. Я никогда такого снега не видел большого в этом году. Прям такие огромные хлопья валят. Очень красиво. Не жалею о том, что я вышел из дома. Очень классно.